Привет, народ. Вот приобрел ремень, но мне оказался очень длинный, и вот необходимо его подрезать. Вот у таких ремней имеется вот такой болт с гаечкой. Их можно открутить, ну его получается сдвинуть, лишнее отрезать и сдвинуть по размеру. Я вот ручкой уже отметил, где мне необходимо как бы отрезать. Сейчас берем наборчик наш. Так, у меня тут под крест. И вот, откручиваем. Так. Можно было, конечно, дополнительные дырки сделать. Ну, я не люблю, когда ремень там чуть ли не за спину. Вот этот хвост его затягивается. Мне такое, в принципе, не нравится. Так, вот так у нас получается. Отрезаю я ножницами, можно ножом, можно еще любым режущим предметом. Сделали вот такой разрез. Вот, лишнее. Вот этот кусок не выбрасываем, он нам понадобится сейчас, чтобы вот так приложить и отмерить вот это отверстие. Это отверстие нам необходимо, чтобы знать вот этот хлястик, где он у нас будет. Берем авторучку, маркер там. Что-либо делаем, отметку. Так. Вот отметочка такая небольшая. Так, берем нож Victorinox. Там шило или еще что-либо, у кого что есть. Дырокол любой. И протыкаем. Аккуратно, чтобы не проткнуть ни руку, ни пальцы. Проткнули, здесь тоже расширошим, чтобы у нас сюда пролезло. Так вот, ну не сильно увлекаться не надо. Так, все, берем, ставим этот хлестик. Так, хлястик поставили, берем вот эту направляющую штукенцию. Так, сейчас вот поставляем дырочку. Отвлекли тут по семейным обстоятельствам, дети бегают, хулиганят. Так, в общем, вот эту направлялку втыкаем сюда, в наше отверстие. Вот этот болтик берем, вставляем. Так, хлястик не забываем, вот этот тренчик. Так, ну и пытаемся попасть в отверстие, какое сделали. Так, берем, ну и попробуем затянуть. Главное попасть в отверстие. У нас вот эта управляющая гайка. Так, вроде попали. Так, тянуть еще немножко. Так, ну, возможно, придется еще плоскогубцами тут подержать и подтянуть, потому что я чувствую, что у меня немножко прокручивается. Или я уже затянул на максималку, что дальше, как бы это уже... Чувствую, что просто это прокручивается гаечка. Так, вот, таким образом можно укоротить ремень. Вот я укоротил, ну, грубо говоря, сантиметров на 8-9 ремень. Вот таким быстрым способом можно это сделать. Ну все, всем пока, до встречи на канале. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Все, пока.